Обыграв в 5 партиях гостей Сахалина, одинцовские волейболистки в очередном домашнем матче встретились с командой «Протон» из Саратовской области. Соперницы накануне обыграли ленинградку и были готовы к серьезному противостоянию. Игра получилась жаркой с самых первых минут. Зареченки начали с заметным отрывом, «Протон» догонял. К середине первой партии хозяйки площадки продолжали лидировать, но в концовке завязалась борьба, и гости из Саратовской области выровняли счет, а затем и вовсе обошли Заречье. В решающий момент на блоке блестяще сыграла Анна Мельникова, и первый сет остался за хозяевами. Второй отрезок встречи получился не менее напряженным. Заречье ушло в отрыв, «Протон» догонял и вновь ближе к концовке сета переломил ситуацию, оставив в этот раз победу за собой. Третью партию гости начали с результативных атак, лидируя до середины сета. Но Заречье не отступало и под конец заиграло так, как этого ждали и тренеры, и болельщики. Накал партии был настолько велик, что тренеру «Протона» пришлось неоднократно прибегать к видеоповторам. В концовке блестяще атаковала Виктория Руссу, а ошибка гостей поставила точку в споре 26-24 в пользу хозяек. Закрепить успех Заречье смогло в четвертой партии. Волейболистки играли уверенно, не подпуская соперниц слишком близко. В итоге 3-1 по партиям в пользу.